За минувшие сутки в Башкортостане от коронавируса скончались еще два человека. Это 63-летний мужчина и 73-летняя женщина. Об этом стало известно на брифинге в региональном Минздраве. Как сообщается, пациенты долгое время находились на лечении в больнице, у них были выявлены хронические заболевания. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 3 человек. Всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано 22 новых случая заражения. На данный момент он официально подтвержден у 129 жителей Башкортостана. В числе выздоровевших 9 человек.